В императорском зале КФУ прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса. В этом году выпустилось 45 мастеров, представителей различных секторов экономики. Энергетика, машиностроение, строительство, медицина, сельское хозяйство и другие. Два долгих года две группы проходили усиленное обучение, интересное обучение. Познакомились со многими интересными людьми, узнали много нового интересного в целом о мире, об экономике и о многих других науках. Торжественная церемония вручения диплома MBA началась традиционно с исполнения университетского гимна «Гаудамус». Награждение открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров, который подчеркнул особое значение программы MBA в развитии экономики новейшей истории нашей страны. Высоко оценил динамику развития Высшей школы бизнеса КФУ, а также ректор подчеркнул, как важно продолжать учиться даже тогда, когда, казалось бы, многие карьерные вершины уже покорены. Я хочу пожелать вам одно, чтобы вы, с одной стороны, были здоровы, с другой стороны, вы всегда были готовы учиться и расти, и обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. Встреча подкрепила уверенность в том, что совместная работа всего коллектива КФУ и Высшей школы бизнеса с реальными строителями республиканской экономики станет залогом успеха всего Татарстана. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз.